присутствует на нашем мероприятии руководитель этого кружка. Кошмар, блин! Ну это... А, чёрт, да? Мероприятие присутствует их руководитель, а именно кружка веселый дракоша Аристарх Поджигайка. Давайте поаплодируем. Может быть, у вас есть совместный номер, короночка, так сказать? Конечно, есть. Вот один из них. Какой-то танчик и спички друг с другом. Ты, короче, тоже со спичками импровист. Ты сможешь мне спичку в рот взять? Группа под названием «Веселый дракоша» Аристарх Поджигайка, выходите сюда. Здравствуйте. А, смешной какой вы. Ну, давайте нам расскажите всем, с чего все началось. А, ну все началось с того, что моей маме сказали: поздравляю вас, сын. Да нет. Когда вы постарше уже стали. Мам, надо одевать на меня бантики и женское платье. Да, господи, успокойтесь. Как началась ваша карьера фаерщика? Ну, у меня часто горели трубы, и я решил этим воспользоваться. Ну, вы знаете, ведь Благовещенск этим пользуется, и ничего. Может быть, у вас есть какие-то ваши лучшие ученики, преемники, так сказать, кем вы гордитесь? Да, есть такой Игнат Поджигайка. Так сказать, мой сын, моя дочь, моя опора. Прям я смотрю, одно лицо, да, друзья? Да не, я его выиграл в карту, он сыграл. Может быть, у вас есть какой-то совместный номер, короночка, фишечка? А вот вы знаете, да, есть. Вот, друзья, нам повезло, давайте поаплодируем, посмотрим. Пошли вон отсюда, вы что тут устроили?